анонс 9 серии 4 сезона сериала «Папаньки». Как мы помним с предыдущих серий, Егор придумывает свою креативную идею на открытие розыгрыш машины, но за несколько часов ее пометили птички, и Егор поручил Борису Ивановичу отогнать авто на мойку. Сосед решил прибрать к рукам деньги и помыть машину самостоятельно в озере. Как выпутается Борис Иванович из ситуации, а вот в семье Малышева страсти не угасают. Женя продолжает ревновать Аню. Чтобы быть ближе к жене, он даже покупает индивидуальные занятия с ней, не дремлет. И Стас, он приглашает Аню на открытие казино, дарит ей платье и подстраивает выигрыш той самой машины. Как на это все отреагирует Малышев? Посмотреть 9 серию вы сможете уже 7 февраля.